Это выставка World Food 2022, у нас гости из Ирана, доктор Мирбагири и его компания TSS, компания, которую он представляет, TSS Food. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о вашей компании и что у нас на столе здесь стоит. میان سلام میکنم میان لطفا در مورد شرکتتون میگید کلا روی میز چه محصولاتی قرار دارن سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما توی نمایشگاه مسکو هستم Здравствуйте, я очень рад, что здесь и сейчас отвечу на ваши вопросы. این محصولات ما محصولاتی منحصر به فرد هست، طعم دهنده و مارینت کننده انواع غذاها و انواع گوشت ها. Так, он говорит, что наш товар, во-первых, это уникальный, что-то новый, до этого вообще не было. Он первый производитель на самом деле. И это соус для маринада любого мяса. Ну, может это курица, рыба и красное мясо. Аз вижегиҳои ин маҳсул мо табии будане, моя буданеше ва бедуне маводе негаҳдоранде ва дар 10 таъми мухталиф. Его особенности следующие. Во-первых, наш товар натуральный, то есть в его состав не входит никакой вредный добавок. Во-вторых, он в жидкой форме. И в-третьих, вот наш товар с десятыми вкусами. Например, лари, вот, ливанский, шафран и так далее. از نظر بسته‌بندی در سه مدل بسته‌بندی شده مخصوص منزل، رستورانی و ساشه برای پیکنیک. Так. Да, у него на самом деле вот этот товар идёт три упаковки. Ну, саши для семьи, ну, для пикника и бутылочки. И ещё для ресторанов, то есть по большому количеству, вот 1 кг. Для ресторанов обычно. از نظر اقتصادی فوق‌العاده با صرف است برای تمام مصرف کنندگان. Да. На самом деле, данный товар является очень выгодным для потребителей. Да. و مطمئنم با یک بار مصرف مشتری ما میشن. И он говорит, что я уверен, что вы, если один раз попробуете, после этого постоянно будете покупать наш товар. Скажите, а уже на выставке проявил кто-то интерес к этому? Удалось ли вам увидеть интерес со стороны других покупателей? خوبی داشتیم اونجا بازخوردای خیلی خوبی اینجا داشتیم که ما تستی که میدادیم میخوردن خیلی به ذائقشون میشست و میپسندیدن و برای قراردادها جلسه‌ای گذاشتن هایپر روی زنجیره بزرگ Да, он говорит, конечно, так. Многим понравилось, и они сказали потом, что мы будем подробнее об этом на собрании говорить и, конечно, купить данный товар, потому что это что-то новое. Здорово. Желаю вам удачи с вашим товаром и удачи на выставке. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Мы тоже вас пригласим на свою выставку. Можете посмотреть и там попробовать наш товар. Спасибо.